анонс и точная дата выхода 317 серии турецкого сериала «Клятва». 317 серия сериала выйдет в эфир 6 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как для Нарин и Кемаля наступил самый долгожданный день в их жизни. Сегодня они дали свое согласие на этот брак и теперь считаются законными супругами. Свадебная церемония состоялась в особняке Хикмета, и здесь собрались самые близкие для влюбленной пары люди. Нарин была очень красивой невестой, а Кемаль чувствовал себя самым счастливым женихом. Ведь теперь его любимая Нарин находится в руках Кемаля, и он будет называть ее своей женой. С Жавидан произошло несчастье, и когда она переходила дорогу, то неожиданно ее сбила машина. Водитель не был готов к такому, и для него это может обернуться не совсем хорошо. Эмир в очередной раз стал предпринимать попытки для того, чтобы наладить отношения с Фериде. Только все его старания оказались напрасными. Фериде говорит Эмиру, что бесполезно искать просветы в его темном сердце. Как бы он ни старался измениться, у него этого не получится сделать. Эмир слишком сильно опоздал. Если раньше Фериде испытывала к нему нежные чувства, то сейчас от них осталась лишь ненависть. Эти слова стали большой неожиданностью для Эмира. Он посмотрел в заплаканные глаза Фериде и действительно увидел в них большую ненависть по отношению к себе. Напомним, 317 серия сериала выйдет в эфир 6 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.